Наше тело является копией нашей души. То есть то, что надо душе, то проблемы, те состояния тело переживает. Человеку надо заболеть, человеку надо выздороветь, человеку надо умереть, родиться. Это все, причем тут тело. Тело проходит все метаморфозы совершенно поневольно. Душа определяет, что будет с телом. Только лишь. Поэтому, если мы хотим здоровья, правильной жизни даже в этом мире, удачи в детях, в семье, в чем угодно, в климате, в экономике, это только лишь через, через равновесие души.